есть каст, ваш Хакидоун ретрит, а вот вам. Ну, это карта Сват, остановите вражеское наступление. Чисто карта под эскалацией. Автор какой-то неизвестный. Нью-Йорк Сват. Карта не имеет никакого описания. Ну, а так, в общем, похоже, судя по картинкам, какие-то базы придется чистить. Ну, чисто карта эскалации. Межракетный остров. Можно его разделить на три части. В восточной части находится точка X. Я в X, вот можно взять вертолет будет. В центральном секторе ракетодром, точки B, D, E. И восточный сектор, точка C. Немножко точки тут перепутаны. Да. Так, тут, короче говоря, вот задачи какие. Остановите вражеские подкрепления. Ликвидируйте все боеприпасы. Ликвидируйте все формирования на позиции Браво. Ликвидируйте патруль периметра. Ну вот, да. Вот сама карта. Ну что ж, надо идти в наступление. Так, тут вертолет десантный только. Сейчас посмотрим, что тут есть. Десантный чинук, но от него толку-то мало пока. И броневики, похоже. А еще баги есть. А это броневички, попробуем сейчас. Дорога перекрыта, надо сюда. И к точке А поехали. Что сделал-то, блядь? Проскочил. Расстреливают. Не понял. Там водонапорка. Все убило. Так, ну попробуй на базе прыгнуть. Уничтожают. Да, на баги хрен там проедешь. Стоп-стоп-стоп! Блять, ну что за хуйня-то? Вообще пиздец. Не вижу даже, где он стоит. Не, глупое дело так делать.
Дай тут аккуратно поворот такой заносный. Видишь, как заносит. Сразу там на земле. Сука, и все равно заносит. Ты что, хуйня? Как натертый чем-то. Не вижу его. Скользкий поворот. Я не вижу, вот откуда он стреляет. Так он. Он там наверху. Блядь, еще один. Просто как ликвидировал. На гранатометчиков водонапорки. Так, ну хорошо. Нормально. Вот лагеря. Блять, там танк. Еще делать? А я все захватил, точку входу. Все, точка моя. Так что точка взята, это не моя. Теперь выжигать. Палаточный лагерь это получается. Так, тут какие-то компы. А вон боеприпасы, да там стоят. Ну-ка, давай-ка скорее. Сожги один раз. Компьютер это, кстати, тоже. Все, горит. Танк-то тоже капец. Сейчас сгорит. The Rebel call, show me back cube. Take it do, cover, and ambush them. And objective has been added. А не знаю, танк вроде один, что ли, стоял. Так, ну и приход. Давай подрывать. Что, ну-ка их там дофига. Ты, блядь, их там тонны. Давай, огнемет. Все формирования нейтрализованы. Подкреплением. Так что задача с подкреплениями уже выполнена. Тут надо боеприпасы подорвать. Так, боеприпасы взлетели на воздух. Эта задача пока не выполнена с боеприпасами, я смотрю. Туда надо и к космодрому, к этому двигаться, не знаю, сейчас. Ну давай залезем, позрим, что там наверху делается. Ну сука, там что еще снова? Плохо это. Может, можно будет эту точку обходить? Будет сюда бегать патруль, так можно будет через X.
Эка, зарутим. Так, там отстрелять. Ну вот, короче, я отсюда приехал. Что патруль тут бегает, так давай. Язык со что ли делать тут? Попробуем. Ну да, объедем по другой дороге, правда тут заросшая все. Попробуем проехать. Вообще, слушай, дороги нет как таковых. Полная вообще фигня. По пляжу надо лучше ехать. Давай-ка валим к пляжу. Там наши, что ли, какие-то долбаются. Тормозит очень плохо сюда. Так, выдвигаемся. Там вон дозорные вышки надо снять. Блин, как-то неудобно. Так, ну надо дальше ехать. Это точка Б здесь. Ехать. Тут центральная еще. Вот гранатометчик. Там танк где-то. Вон те козлы побежали. Паки можно сразу перебить. Есть там нет регенерации. Ну, сейчас посмотрим. Вот в КПК-ке проехать сразу. Да. Наверное, не получилось взять КПК. Да, я думаю, ничего не вышло. И объезжаем и на пляж. Лучше вдоль моря ехать, чем по заросшей тропе. Ну, поехали наверх аккуратно.
танк, что ли, уничтожить попробовать? Давай, бей по нему. Не пробить, что ли, первым. Да, ничего не получится. О, тут-то их дохуя. Вообще пиздец. Вон луна какая красивая вышла. Да, полная луна. И сразу же ярко стало, хорошо. Тучами красиво луна, отлично. Чуть призакрыла ее. Так, ну он как стоит. Там вот танк надо сжечь. Ну-ка давай-ка из-за угла его. Тупо из-за угла давай, полим. Поскорее. Дальше проехать на машине, чтоб не сняло, тут какая-то небольшая база. Нормально. Да вон ноги торчат. Так, ну все, взята точка Б. Как ящики лежат. Так, ну а зачистить, ну посмотреть. Очистка позиции Браво, я не знаю, где она находится. Ну, все равно, да, очищаем. А тут, кстати, боеприпасы. Короче говоря, тут под двумя навесами склад боеприпасов. Сейчас посмотрим, что это такое. Танк можно будет брать. Ну-ка, вон стоит. Давай пробежимся, проверим. Тут тоже боеприпасы. Везде, видишь, боеприпасы лежат.
Ну-ка, дай-ка туда парализатор. И сюда тоже. Так, тут тоже склад, короче. А, все подрывать, да и все. Надо было много будет зарядов, наверное, не будет. Ну, будем ходить, подрывать. Вон пальмы в воздухе висят, офигеть. Танк, да, можно тут будет взять. Патруль ликвидирован. Чистый скарго чоппер от локации он 3Z. Вебил за ТР in 30 секунд хандон. Надо все равно припасы еще доупить. Не знаю, вертолет что ли прилетит. Увидим. Да, летит, точно. Надо тут потщательнее поработать. О, странно, что тут не уничтожился. Угу. Так, проверить. Так, нормально, надо лишь потщательнее. Много этих боеприпасов тут везде лежит. Так, все. Да, вроде все. Под двумя навесами. И в складе. Однако задача что-то пока не выполнена. Давай на броневике попробуем начать. Разведаем. Блять, какая гора крутая, кирить. Да, сюда съехать. Да перебить. Даже не видит меня что-то. Давай позырим. Так, точка Е где-то рядом. Вон вертолет наш. Блин, отсюда и не выйдешь просто. КПХ-то совсем рядом. Так, ну давай позырим, что там наверху творится.
Какая-то плита лежит, бетонная, бункера, что ли, тут. Ну, ракет тут никаких нет, просто бункера. Пулемет обстреливает этот поселок, видишь, в котловине поселок. Вот ты, блядь. Давай аккуратненько. Давай, закидывай гранты. Наш чувак обстреливает. Вертолет-то наш. Ну-ка сюда. Маловато здоровья, блин. А тут такой проход. Вообще можно было прямо сюда и приехать. А, кидай парализатором. Главное прорваться. Все, дам, там бустаки. Овертей, неуве, вас коминг. Ну все, я захватил точку Е. Окей. Сейчас ждем захвата. Ловушка открылась. Бы их ликвидировали. Сейчас мы их прикончим. Потом по гаражам пройдемся. Под плитой, видишь, ловушка была. Ну, сейчас им гранты будут. Может, жаки жигнут парализатор туда. И всем. Все вражеские формирования в другую сторону, говорит. Только боеприпасы остались. Тут гады стоят. Надо посмотреть. Тоже их дохера. Тупо уничтожаем, да и все. Угу. Ворота какие-то. Ну-ка, а тут что? Вертолетные площадки просто. А в Ц что находится? Непонятно. Давай сейчас пробежимся по гаражам. Вроде тут никого нет. Там снайпер где-то долбанул. Точка Д, вон близко, в том круглом форту находится. Ну-ка, давай сюда сходим, проверим. Сейчас тут тоже есть. Наверняка тут у них секретный бункер. Ну, просто сжигаем их, идем, сжигаем здесь. Оборудование вон тут. Да, командный бункер. Продолжаем штурм тогда. Стулья почему-то к стене, как наказанные чуваки сидят. Твое место в углях, типа. Так, кинем парализатор. Склад, короче, боеприпас. Там склад и есть боеприпасов. Да.
Давай пойдем сразу точку Д захватим. Они далеч. А что такое точка С, я даже не знаю. Посмотрим. Боеприпасы дадут лежат, где Е. Последний вроде. Incoming transmission custom Gosomi tanks, choppers and dirt bikes. It's turn to attack, the take, spawn. Что-то там надо делать. Мы вначале боеприпасы прикончим. Так, ну давай оборудование разгромим начали. Компьютеры, шкафы. Чё, разнесли? Сейчас посмотрим. Ага, всё разнесли. Да. Краевский, я все-таки исследую восточную, западную, вернее, часть. Там такое находится. Потом уже посмотрим и тут. Так, тут танки от Брамсы, Апачи стоят, мотоциклы. Стреливают, туда смотрю. Все, взята точка Д. Точка Д. Ну-ка проедем туда, в западный сектор. Как прыгает. Стоп, стоп, стоп. Так, поехали. О, там их до хера. Всех уничтожать. Ну-ка, вперед. Ох, блядь, сейчас свекать. Давай вперед.
Так, ну поехали дальше. Точка С совсем рядом. О, блядь, тут у них целая база. Там не танк ли стоит? Да, блядь, это да. Да их еще там дохуя. О, блядь, какой там? Там танков-то дохуя. Ну, боеприпасы сейчас пойдем уничтожим. Давай. Тут сложно эти ящики уничтожить, здесь надо тщательно по много раз подходить. Сразу не рвутся. Так, ну все. Все. Но боеприпасы, видишь, наверное, там еще баки-нибудь надо. Как туда проехать, вот это непонятно. Да. Ну а так тут все получается. Склад зачищен. Точки Е. Так, ну сейчас поедем к точке С добивать. Остается все, центральный сектор вычищен полностью. Так, ну чё, едем? Танк легко берет любые подъемы. Торможение на танке не работает. На вот этом. Да. На зенитном танке вот работает, а тут нет.
Так, ну-ка, а там-то что, тоже сидят? Похоже, там тоже танк стоит. Его уничтожить. Он задымил. Дымит, но пока цел. Все, готов. Как бы к этому-то танкам прорваться? Я не знаю, сколько их. Один, два, не знаю, надо будет думать аккуратнее. Сметают. Нет, тут не проехать. Не, это бесполезное дело. Так, короче, не проехать. Берега, что ли, попробовать. А, вот здесь вначале, здесь попробуем, потом не получится. Ну, вначале левее, потом правее попробуем. Местность вот такая, ух ты, блядь. Еще снайпер был. Сразу. Аккуратно, база уже рядом. Так, гранатометчиков снимаем. Так, нормально. Еще один. Блять, расстреливать, ну, удалось хоть это снять. Давай сюда. Баки можно подорвать. Тут-то их дофига. Эй, нам дохерища танков, надо их ликвидировать. Минимум две штуки. Давай аккуратно подкрадываемся. Танковый бой получается. Вот так тут газлы стоят. Ну-ка давай-ка их. Спрятались, спрячься, спрячься. Ай, по этому танку. И там меня не особо-то и нет. Уже второй снаряд был. 127-миллиметровая. Что-то не уничтожает. Странно. Что ли, что-то? Три танка, что ли, стоит? Ну да, целый тот танк. Да видишь, выехать так, чтобы не мешало стрельбе. Вроде дымит нормально, сейчас уничтожу. Три танка, блядь, стоит. Еще один. Четыре танка. Да, тут в упор, конечно, уже. Сами же по своим танкам долбают, идиоты. Я. Надо еще подъехать.
стрелять по ним. Гады. Гранатометчиков дохерища. А, бить. Кого-то попало. Он, все, горит, горит. Сейчас я его уничтожу. Да еще дуло вон танка торчит. Нормально. Ну все равно, тут 4 танка. Так, давай к потому теперь. А если будет не получаться, подъедем еще. Все, вижу, дымучий дым. Я тут так не проехать, надо как-то сейчас подумать, как-то выехать получше. Поэтому стрелять танку. Гранатометчик, сука, стоит. Не, убил он сразу же. Так, нифига не вышло. Давай там же попробуем прорваться. Так, ну едем. Давай аккуратненько. Этот танк вроде выбит. Что танк-то мой подбит. Так, вот край этого танка торчит. Не знаю, так удастся уничтожить. Ну попробуем. Пару раз долбанит, задымит так нормально. Нифига не получается что-то. Этот танк уничтожен. Или нет? Нет, пока нет. Вот, вот теперь нормально. Еще случай, где-то турбина слышно. Сейчас надо будет поглядеть.
сгорел. Но все равно где-то турбина слышна, короче говоря. Вот там что ли стоит. Попробовать уничтожить. Да, да, там два даже танка стоит. Тоже дымит. Вон еще один танк стоит. Вот дымит, дымит, нормально, нормально. Кончик его он там виден, так нормально. Все, готов. Ну вот вроде бы турбины перестали работать. Все нормально. Иди нахер. До хера танков, слушай, было. Раз, два, три. А потом посчитаем. Ну, много очень. Накладывают гады. Так, вон еще там один стоит. Там еще я вижу, что-то находится такое. Так, берем точку. Все, точка С была тут последняя, и все. Все, пиздец. Ну теперь не важно, какая луна красивая стоит. Место кровавого боя. Все, последняя точка взята. Сука. Еще и стреляет. Кровавый бой тут шел. Вот такой вид на луну. Красивый очень. Угу. Быстро всходит луна. Там острова какие-то пустынные. Ну круто, вот для скрина это, кстати, хороший будет кадр. Серебристая луна. Танк. Классно. Так, ну давай сейчас быстро осмотрим, может еще кто-то уцелел. Так, а где боеприпасы, нихера не поймешь. Давай-ка, огнемет же надо взять. Так, вот тут есть. Так, хорошо. И давай быстро осмотрим. Так. Да танков до хера тут. Ну, получается, вон. Так, все равно вишвалят. Будем поглядеть повнимательнее. Короче, два ангара боеприпасов тут.
точке С. Чтобы припасы, получается, были в точке А, в точке Б, в точке Е и в точке С. А Д это просто аэродром. Так, ну тут сколько, смотри, танков? Три танка стоит. Тут два танка, уже пять. Шесть танков, охереть, да. Так, ну давай взорвем. Так, взлетело на воздух, классно. Ну и пойдем боеприпасы подрывать. Короче. Работы надо будет много. О, там кто-то долбает. Где он там? Ну-ка, дай-ка позырим. С обратной, с лучшей стороны он где-то. Ну, давай смотрим. Там опять ошибки текстуры. Так вон. Край этого ангара торчит. Ну-ка, в точке А давай позырим, те козлы так и стоят. Я вроде никого не... Давай зырить. Ещё, текстура висит. Хорошо. Ну все, всех их выжгли. А теперь давай подрывать. Работы предстоит много, так давай делать. Ну, к счастью, ящик с боеприпасами рядом, так потихоньку сделаем сейчас. Вот видишь, они очень прочные, эти ящики. Просто так невозможно, что мы ничего не будем. Побольше кидаем. Он еще один уцелел. Так, ну хорошо. Так, ну пошли. Все тщательно минируем. Отходим. Луна уже как взлетела высоко. Так, где она? Ну да. Полная луна. Так, а все уничтожено. Ну-ка, давай-ка посмотрим. А чё за хрень? Почему он не пишет, что выполнена задача? С
странно. Странно. Почему-то карта не закрылась. Ну да, к вертолету можно сейчас смотаться бы с точки. А еще проверим, чтобы тут ничего не было. Да нет, тут ничего нету. Все чисто, не знаю. Так, ну давай тогда к вертолету сейчас смотримся. Тут вроде ничего нет неинтересного. Так, а тут давай смотрим. Так, а там что такое? Непонятно. Ну давай смотрим, что получим. Так, парохода тут нету. Как эту херень завершить? Тоже непонятно. Так, ну давай проверяем дальше. Блин, есть, чего нет? Вроде все тщательно все уничтожил, нет, нифига. Так странно, что как завершить? Все уничтожено, не знаю. Да странно, что делать непонятно. Боеприпасы вроде все уничтожены. Что-то пишет, не уничтожены боеприпасы. А вон, вон. Ва еще был. Ты просто не заметил.
знаешь, как-то боком встал, так я не, просто не заметил. Тачка стоит. Все, сразу же конец игры. Бью Нью-Йорк, Йор Сват Афа. Сват Элита. Джон набирает 1295 очков, 228 врагов. Вот карта. Сват, отбейте нападение, закончилось.